Всем привет, ребята! Сегодня я снова нахожусь на Днепре на своей маленькой лодочке с ультралайтом и пытаюсь ловить голавликов. Сегодня я приехал чуть выше по течению, чем был тот раз, примерно километра на два выше. Но все эти два километра не было ни одного голавлиного места. То есть я только потерял время, пока проплыл эти бесполезные места. Вода по-прежнему высокая. Ну и голавлик, естественно, клевать не хочет. Все его любимые места, где он летом обитает, сейчас затоплены. Сейчас вот я нашел такое местечко. Ну, вернее, я его нашел еще тот раз. Здесь глубина примерно метр, полтора. И растет на дне травка. На ближайших примерно километр, полтора таких мест больше нет. И есть большая вероятность, что голавлику здесь понравится, и он здесь будет плавать. Ну, если он даже будет плавать, то это не значит, что он будет клевать. Стою я на этом месте уже минут 15. Была поклевочка, наверное, или окушка, или еще кого. Сорвался, я не увидел, кто это. Ну, короче, будем стоять и ждать, пока появится голавлик. Искать какие-то другие места, я думаю, нет смысла. Я тут раз 5 километров без толку проплыл, ничего подходящего так и не встретил. Поэтому сегодня думаю часа на 2, на 3 задержаться вот на одном этом месте и подождать. Возможно, будет выход. Будет так будет, не будет так не будет. Ну а что у меня получится, вы, естественно, увидите. Ловить буду на маленькие воблерки и на свои колебалочки. Пока ловлю на чирфула. Чирфула сегодня что-то пока не хотят. Поставим свою проверенную старую облезлую колебалочку самодельную. Может, ее захотят. Сегодня я хотя бы карабинчик поставил правильный. А то тот раз у меня карабинчик был величиной с воблера. Колебалка еще автомобильными красками крашеная. Древняя-древняя. Должна сработать. Хотят. Попробуем ближе к кустикам.
Там относительный затишок рядом со струей. Может быть, Галавлик сегодня стоит там. Опа, 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 кто-то повис, ребята. Ну, это, наверное, окунь. Да, я так и знал. Это повис окунь. Это окунь там в затишке у нас сидит. Но нас такой товарищ не интересует. Мы его отпускаем. Ну, малыш Галавлик, где ты у нас плаваешь? Кинем опять ближе к кустикам. Ну, там, скорее всего, окунишки разбойничают. Причем мелкие. Хотя, кто знает, бывает и жерех подходит под кусты в затишки такие. Опа, окушок подвис. Окушок. Окушарик, окушарик. Очень жирный окушарик. Ну, такие жирные товарищи нам не нужны. Не брызгайся. Сейчас мы тебя отпустим. Сидят они у нас там под кустиком, караулят. Злобные такие. Кинем чуть подальше, вот туда вот. Попробуем покидать вот такую вот блесенку, более яркую. Та такая была какая-то невзрачная, облезлая, древняя. А это уже современная блесенка этого года. Может, ее захотят. Если что, потом поставим какую-нибудь с красненьким
Должны они тут быть, негде им больше быть, только тут. Все их любимые места пока еще затоплены. Так, ребята, сменил я пару точек. Результата пока никакого нет. Никак не могу понять, почему не работает остров. Такой классный остров прямо посередине Днепра. Две струи с двух сторон. Обратки, затяжки. Не работает. Рыбы там нет. Вернее, есть, но не та, которая нас интересует. Походу, весь там перекатик этот занял Мирон. То есть, это наш днепровский усач. У нас его называют Мироном. А если тут тусуется Мирон, то головля обычно рядом не бывает. Наверное, они не дружат. Ну а Мирона у нас ловить, во-первых, нельзя, во-вторых, особого толка нет. Клюет он, когда попало, на что попало и у кого попало. А если целенаправленно начнешь ловить, то ничего не поймаешь. Проверено уже сотню раз. Вот здесь вот, вдоль травки, попробуем кого-нибудь отловить. Так, ладно, не хотят клевать, поплывем дальше. Кто-то у меня в комментариях спрашивал и не раз, какой у меня якорь. Сейчас я вам покажу свой хитрый якорь. Вот он, ребята, мой якорь. Это, ребята, как их назвать, маховик или как, короче, от пускача трактора Беларусь. Сюда вот веревка заправляется, дергается, и трактор заводится. И якорь тоже из этих штук, ничего такой получился. Вот и все. Весит каждый блинчик 2,5 килограмма. Примерно. Осталось у меня впереди примерно 2 места. Дальше плыть уже будет бессмысленно. Вернее, придется плыть, но ловить уже будет бессмысленно. Что, ребята, не клюет у нас нифига никакой галавль, а клюет у нас только вот такой вот зверский окунь. Больше никто не хочет. Иди, зверский окунь, гуляй. Походу, это последнее место. Может, еще, правда, там есть, но уже вряд ли.
Нашел, ребята, рыбу. Называется полудохлый подлещик. Почему он полудохлый, непонятно. Ну, почему-то вздыхает. Вот и вся рыба в нашем Днепре. Будем надеяться, через недельку-другую что-нибудь изменится. Ну, наверное, свое видео на этом я буду заканчивать. Поплыву я собираться домой. Все желание ловить рыбу уже отпало. В выходные, возможно, поедем в Десногорск, а может еще куда. Всем удачи. Пока.